Бюджет Ульяновской области за счет федеральных средств увеличился на 7 миллиардов 146 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги, что и говорить, немалые, тем не менее освоить их эффективно задача непростая. 25 февраля в законодательном собрании прошло заседание Комитета по бюджету и экономической политике. Основной вопрос – внесение изменений в закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Благодаря поступлению федеральных миллиардов увеличиваются не только доходные, но и расходные части бюджета. Свои соображения по поводу распределения средств представили все министерства. Наиболее внимательно депутаты заслушали доклад министра финансов Екатерины Буцкой. Увеличиваются, прежде всего, это безвозмездные поступления. Значит, увеличиваются расходы Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области на общую сумму 1 миллиард 727,8 миллионов рублей. Ну, как мы уже озвучили, прежде всего, это большая сумма 1 миллиард 690 на ремонтно-реставрационные работы Ленинского мемориала, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сельских домов культуры 21,4 миллиона рублей, на модернизацию региональных и муниципальных театров. Кроме того, не стоит забывать о дорогах, здравоохранении и образовании. Каждый житель должен почувствовать улучшение от пополнения бюджета региона. Вот что должно стать основным правилом распределения денег, считает руководитель профильного комитета. Одно дело, первую задачу выполнено, то, чтобы деньги пришли, но второе, наши граждане должны почувствовать эффект от этих денег. Где должны новые дороги появиться, та же программа «Чистая вода», в каких селах будет заменены водопроводы, где у нас будет протянут газ, и вот, я надеюсь, Александр Яковлевич Черепан сегодня подробно расскажет о том адресном перечне, который будет работать в 2019 году. Комитет рекомендовал парламенту принять в первом и втором чтении изменения в закон о бюджете. В целом, в 2019 году доходная часть областного бюджета увеличивается на сумму 7 миллиардов 75 миллионов рублей. Из них порядка 185 миллионов уйдут на поддержку фермеров и крестьян, 600 миллионов на поддержку многодетных, 651 миллион получит Минздрав, Минобр получит на 150 миллионов больше. Остальные деньги пойдут на прочие нужды, среди которых реконструкция мемцентра, продолжение ремонта областных дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», поддержка общественных объединений и прочее. Подробно с информацией можно ознакомиться на сайте законодательного собрания Ульяновской области.